Как бы я ни привык работать в одиночку, следующее задание невыполнимо без команды с особыми навыками. Ставка слишком высока, и права на ошибку у меня нет. Пора собирать старую гвардию. В первую очередь мне нужен настоящий сорвиголова. Тот, кто может пробудить в себе первозданную ярость и высвободить эмоции наружу. Мне нужно воплощение хладнокровия и справедливости. Сильный и мужественный, тот, кому безо всяких сомнений можно доверить прикрывать наши спины. И наше какао. Также не обойдется без искусного обольстителя, мастера очарования, чьи сладкие речи покорили не один разум и не одно дамское сердце. И, конечно же, нужен тот, кто не понаслышке знаком с теми, с кем мы будем иметь дело. Тот, кто своими руками делал из детей настоящих мужчин. Тренер. И напоследок нужен настоящий, закаленный в трансляциях боец. Концентрация, безошибочность, абсолютный контроль над эмоциями. Почти абсолютно.